Четверть века назад, в 1990 году, была открыта новая страница в летописи нашей страны. Принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. 12 июня наша страна отмечает свой главный государственный праздник – День России. Россия – это большая страна, где живем мы, ее граждане. 12 июня – наш общий праздник, когда каждый может почувствовать себя его главным героем. Какими будем мы, такой будет и страна, а какой будет страна, таким станет и будущее наших детей. Так что этот день еще и повод задуматься, как живем, по каким законам и традициям. В Славянске на Кубани праздник открылся спортивными и культурно-массовыми мероприятиями, а затем в самом сердце города, на главной площади, состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали глава города Славянска на Кубани Александр Коновалов, депутаты городского и районного советов, представители трудовых коллективов, учебных заведений, политических партий и общественных объединений, казачества, жители города. Глава города Александр Коновалов, поздравляя собравшихся с праздником, отметил: «Сила и достоинство нашей великой страны складываются в том числе и из успехов и труда славянцев». Дорогие жители города, для каждого человека Россия начинается с его малой родины. И поэтому День России наполнен для нас не только общенародным, но и личным содержанием. Ведь где мы родились, где бы мы ни выросли, все это наше родное отечество. День рождения современной России объединяет всех нас чувством гордости за славное многовековое прошлое, уникальное культурное и историческое наследие великой державы, верой в ее достойное будущее. Пришедшие на праздник стали свидетелями торжественного поднятия флага России под звуки государственного гимна Российской Федерации. Почетное право поднять флаг России предоставили заслуженному тренеру России, заслуженному работнику физической культуры и спорта Кубани, почетному гражданину города Славянска на Кубани Сергею Грипичу и отличнице учебы студентке Кубанского государственного университета, члену молодежного совета, активистке молодежного движения «Регион-93» Анне Почтенко. Флаг поднять. В рамках празднования Дня России здесь же, на Театральной площади, прошло вручение паспортов молодым славянцев. Это одно из главных событий в жизни каждого человека, ведь паспорт доказывает принадлежность к родному государству и является важнейшим документом гражданина страны. Ну и, конечно же, подана память. Сегодня все мы чувствуем и знаем, что в первую очередь мы граждане России, и это наша страна. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».